Евгений Аверьянов, начальник Кемеровской службы скорой медицинской помощи, сегодня отправлен в отставку. Причина – низкая эффективность работы по распределению заработной платы сотрудникам. В областной администрации теме зарплат в сфере здравоохранения посвятили пресс-конференцию. Напомню, с января этого года медикам деньги начисляются по системе одноканального финансирования. То есть в учреждение поступают средства из бюджета, и оно само распоряжается, кому и сколько платить. Однако ряд руководителей не смогли разработать адекватные критерии оценки труда врачей и медперсонала. Заместитель губернатора Алексей Сергеев отметил, при грамотном распределении средств зарплата медиков должна только расти. Данные по заработной плате за январь-март 2013 года. Всего по отрасли 18 747 рублей. Врачи 36 110 рублей. Средний медицинский персонал 18 379. Младший медицинский персонал 9 249 и прочий персонал 15 006 рублей.